Мы все знаем, что делать. Я один не знаю, что делать, блин. Защититься и атаковать на них. Точку. Посмотреть, убить, оставить. Кого? Тебя, что ли? Я не понимаю. Кого посмотреть, убить, оставить? Тебя, Блубери. Здравый смысл убить, может? Я не знаю, я не понимаю. Перейдем убить. А если Блу был тут, я бы убил его. Я буду плакать. Я тоже буду плакать. Мы будем плакать с тобой вместе. Я нихера не понимаю, что ты несешь. Ни хрена. Абсолютно. Блу трогал своей рукой на автор, ты гений. Ты чертов гений просто. Напиши в комментариях, это специально все так написано? Я подозреваю, что все это написано так специально. Ну невозможно, блин, невозможно быть настолько безграмотным. Блу трогал своей рукой на моей лице с кровью. Хорошо. Потрошку плачет. Плачет потрошку, блин, сыт в окрошку. Что это за слова? Какие охрененные выражения просто придумываются. Я гений. Вообще нет, я не гений. Если я забыл задержаться, держись, я сейчас вылечу все, что на тебя. Какая срань! Он пришел, перекрестился просто, головой об стол побился. Если бы не ты, мне было бы плохо. А нет, все хорошо. Вау, Даст, ты прикольно придумал. Хотя это уже не важно. Ну просто когда я увидел тебя тяжелым ранением. Ой, тяжелые ранее. Вот, ребята, я не знаю, ранее, не ранее, но сейчас вот очень тяжело, правда. Я понимаю, что ты хочешь, но просто не хочу. Я понимаю, что ты хочешь, но мне насрать, пошел нахрен. Ночи Блу потрошку открахнел. Открахнел, блин. Автор, ты там сам не краснеешь сейчас, когда вот это все, через вот это все мы когда смотрим, да? Ох! У душа тепло. Даст убийца, он всех убивал, но он хотел оставить брата. Ну, надо было зупинить человека раз и навсегда. Там убил своего брата. Ой, вот. Мне прям вспоминается, вот, знаете, первая серия по этой игре. Кстати, ссылка на нее прямо сейчас в подсказках, потому что, может быть, кто-то уже забыл, прошло несколько дней. Так вот, можете открыть и вновь погрузиться, да, в это дело. Я вспоминаю прям, как вот построены эти предложения, гениально, у меня прям, знаете, вот... У меня сейчас самого внутренний гений проснется, начну просто вот такие вот книги писать, серьезно, это заражает. Крашсан, о, заткнись и кушать. Идем кушаться, еще надо было написать, знаешь. И Геннадий Горин отсюда выходит, а я уже сделал бутерброды. Даст, что случилось? Даст, что случилось? Почему ты хором сам с собой разговариваешь и кричишь, что не собираешься меня убивать? Даст, а что, были такие мысли? Что за фигня, Даст? Да, я всегда прав. Мой брат так само говорить мне. Круто. У тебя есть левая рука. Не, нет, нет, я говорил про брата. Левая рука — это моя девушка. А брат, он мне всегда говорит... Ну, ты не понял, короче. Кто правая рука? Что? Чё? Хех, ты прав. Да, я всегда прав. Мой брат так само говорить мне. Круто. У тебя есть левая рука. Кто правая рука? То есть я... Так... Я... Круто, ты моя правая рука. Эрор, но... Но кто-то какой-то... Это инка эрор, но кто-то какой-то санс. А эти не санс, да? Это асгоры. Инка эрор асгоры такие, козлы идут, да? Санс рядом... Другой санс рядом инка. Как тебя зовут? Как уважительно прям, да? Я мертв. Не хочу быть одиноким. Ты это, я надеюсь, не вслух сказал, они подумают, что ты псих. Хотя они все там-то, они все там такие, о чем тут говорить? Ой, что? Когда он говорил это? Что говорил-то? Вообще-то Даст хотел чего? Что, когда он говорил это? Что это, блин? Что это? Что ты несешь? Что ты несешь, морда твоя? Это как если бы я, знаете, шел бы Арнольд Шварценеггер, я бы ему такой, ой, сейчас я тебя накостыляю. Первый же удар, ему насрать, потому что у него там одной мышцы, знаете, как бронежилеты военных. Ой, а я забыл, а Шварценеггер-то сильнее меня.
Ай-та-та-та-ра-та-та! Ща я получу триндюлей, да? Даст, мы же не можем убить Найтмера, то у нас будет... Чё? Даст, мы же не можем убить Найтмера, а то у нас будет половина эмоций. Половина эмоций сейчас будет у меня. Все эмоции, которые отвечают за адекватное состояние психики, они улетучатся. И останется половина неадекватной. Что они говорят такое? Что вы такое говорите, ребята? Ну закусывать надо, ну хоть иногда, ну вы же понимаете, ну. Это мой отец придумал. Хотя это не отец, а Ча. Блин, из Таиланда. Отец из Таиланда по имени Чара. Это еще не все. Хантер говорит, что он лучший плохой парень, чем ты. Он лучший плохой парень, чем ты, Даст. Не сердись на меня. Эррор, припини. Дебилы, блядь, я не могу просто. Ой. Я сейчас плакать от смеха начну. Окей, успокойтесь. Вы поверхности? Да, блин, они поверхности, понимаешь? Они... Явно глубины в этих мозгах нет. Это сплошные поверхности ходячие. Я просто так это делал. Блу попросил меня, чтобы я спал с ним. Уходи, Даст. Уходи. Он это... Ему не понравились эти новости. Я его понимаю. Но, возможно, это первый единственный адекватный персонаж за всю игру. Если бы не ты, то долго кричали. Поцулювал Блу по щеке. Поцулювал. Папирус уже набрит. Настолько набрит. Целует Блу по губами. Давайте, ребята, вы немножечко притормозите.